Ну что, ребята, здравствуйте, здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить The Walking Dead, финальный сезон, и... Хотел сказать... Что-то сказать, но не знаю что. Если ты смотрел прошлую серию, посмотри, пожалуйста. Подсказочка в правом верхнем углу будет, подсказочка на плейлист, на прошлую серию. Да, еще если тебе, ну там, ну, как-то лень туда-туда, там, так ввести мышку туда, что-то, да, там, смотреть. Просто вот чуть-чуть спустись вот в описание, да, и нажми там еще, либо там сразу будет ссылочка на на плейлист с прохождением полного четвертого сезона, то есть финального, да. И там еще три таких сезона будет, да, то есть прохождением полным прохождением всех сезонов будет ссылочки, вот, на плейлисты. Я как-то странно сказал, ну ладно. В общем, там плейлист находится, там вот все вот сезоны есть, я прошел, поэтому посмотри, пожалуйста, да. И с данным прохождением, с данным сезоном тоже там будет ссылка на плейлист. Вот, предыдущая серия была очень интересная, такой, знаете, атмосферный и... С какой-то метафорой даже, я не знаю, очень глубоко это, очень глубоко, если это метафора. Если это просто так, типа, показали, что... О чем нам нужно задуматься, да, то есть без метафоры, просто без какого-то подтекста, просто показали нам разработчики то, о чем нужно задуматься, да, то, возможно, там нет метафоры, не так глубоко, но даже если там, даже если это не метафора была, да, то есть на чем задуматься, да, как так сказать, то есть не просто беспощадных трогать, этих ходячих, тому подобное, а просто, наверное, оглушать и вообще их не трогать, может быть. Не знаю. Вот. Может, это, кстати, как-то... Ну, если... Я не знаю, будут или нет дальше игры вот по вот этой, да, вселенной, то есть с Эй-Джеем в главных ролях, да, и тому подобное. Я не знаю, может быть, и будет. Может, и как-то отразится там, а может, и нет. Вот, собственно... У Саши подобнее, давайте глядя обязательно. При этом пиздец кушать, при этом чипитиков пить или псевдо, при этом просмотр. А мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. У нас с вами третий эпизод. Мы уже его, наверное, половину прошли. Может быть, чуть меньше. Приятного просмотра. Так, мы с тобой остановились здесь. Мы зашли. Что-то нам нужно нагреватель, да? Эй-Джей будет рисовать. А нам с тобой нужно нагревательница. Давай с ним поговорим сначала. Как придется рисунок? Можно посмотреть? Не, я еще не закончил. Но получается неплохо. Ну, ладно, блять. Как хочешь. Так, пошли, сложим планшет для рисования. Как с ним играть? Берешь, рисуешь? Like вот так. Cool. Круто. Так, ну здесь хорошо. Бля, ну это неудобно, если честно. Ну какая-то хуйня, честно, получила. Моя художник чисто, бля. Давай по памяти нарисуем что-нибудь. О, нормально. Она получше нарисовала. Ну, ребят, ну неудобно на клавиатуре рисовать, я говорю, блин. Что вы хотите-то? Так, кофеварка. Окей, мне все посмотрим. Okay, right одну there. Секунду. Кофеварка, Руби хочет приготовить чай. Окей, окей. Так, ну здесь, собственно, ничего, ничего. Ну да, поговорим, ладно, посмотрим. Эй, у тебя получается все лучше. Скоро лучше звать, не хуже, чем ты. Ну не знаю, он очень круто рисует. Something wrong? Что-то случилось? Эй-Джей? I was just thinking about stuff. Я порисовал, думал кое о чем. Кое о чем. О чем же? I don't think I should have watched Abel turn into a monster. Смотри, как Абель превращается в монстра. Знаю, я сам попросил, но... Меня просто этого горло сдавило. What do you mean? О чем ты? I don't know. Не знаю, но вот это стало тяжело.
Звучит странно, но так и было. Он был злодеем. Не знаю, не стоит о нем горевать. Вот что, Эй-Джей, ты чувствуешь нет ничего необычного. Ты просто хороший мальчик. Я хороший? Я хочу быть лучше, Клем, чтобы люди по лицу видели, что я хорош. Ты самый лучший, слышишь? Я становлюсь по-настоящему. Вот как? Да, потому что постоянно думаю. Okay. О чем ты сейчас думаешь? Right now. You getting bit. Как тебя укусят? Как ты обратишься в монстра? Yeah. Да нет! The older I get, а, чем the more I старше, тем чаще об этом думаю, не знаю почему. Бля, сука, только попробуй, мало только попробуй накаркать, не нужно нам. Эй-Джей, мы это обсуждали уже много раз. Если меня укусят, то ты знаешь, что делать. Не хочу об этом больше говорить. Но ты начал разговор, придется продолжить. It does something weird. У меня от этого желудок болит. Like I'm gonna get the doogies. Будто сейчас пронесет. AJ, я хочу, чтобы ты понял тот наш разговор. О том, что нужно делать в таком случае. Listen to me. Послушай меня. If I get если bit, меня укусят, ты... Run away. Убежишь как можно. No. Нет, no, нет, не буду. Эй-Джей, ты обещал, мне все равно. Я тебя не брошу. Если тебя укусят, укуси меня. Чего? Ты же серьезно? Я не хочу остаться один. Пожалуйста, не сердись. Не сходи без тебя, Клим. Не заставляй меня. Мы уже обсуждали это кучу раз, но не заставляй меня. Элвин младший, ты должен, не должен так говорить, ты сам знаешь. Ты для этого слишком сильный и храбрый. Мне кажется, ты не про меня. Еще не про тебя. Про тебя, ясно? Блядь, ну нет. Эй-Джей, слово надо держать. Знаю. Ты еще не закончил, да? Джеймс сказал, guess not. Похоже, нет, что если станешь монстром, часть тебя все равно остается. Но внутри, если тебя укусит, а ты потом укусишь меня, мы останемся вместе. Просто это будет немного другое вместе. Джей, с меня хватит, эта тема закрыта. Забудь о ней или слишком пожалеешь. Я не шучу. Дурище, потом... Да, я думал, что не так будет, ладно. Бля, Малу, так попробуй, блядь, накаркать нахуй. Только попробуй, блядь, я не хочу этого, блядь, видеть. Что не так тяжело? Малу вылетел отсюда очень быстро. Ну, побудь одному. Бля, ну нет, ну разработчики, ну нахуй, не надо. Я до конца буду верить, что это не так. Сука, это... Вот не знаю, не выходит с головы. You shot that raider who grabbed me, but you saw them take Violet too. Which means you could have saved Violet and not me. Why? Почему? Почему ты выбрала меня? Why would you pick me? I mean, I wouldn't have picked me. Hell, I don't know anyone who would have picked me. Мне как-то некогда было думать. Я поступил так, как поступил. Я знаю, что постоянно ее подкалываю, стараюсь, чтобы она закатила глаза, но не знаю, что она умеет. Знаешь, как она, блядь, не успеваю я! Не успеваю за этими субтитрами! Но я так стараюсь, строго, потому что, когда мне прям нравится ее рассмешить, она того стоит. Бля, надо учить английский, короче, надо учить английский, блядь. Если хочешь серию, чтобы потом, как я учу английский, ставь лайк, пиши в комментариях. Думаешь, я шучу, это серьезно, я ведь полный серьез говорю. Будет лютый угар. Back, эй, Луис, мы их вернем. Yeah.
Да, блин, так и будет. Hey, Clem. Привет, Клем. Ой. Я не успел, блин, ну ладно. Ух ты, где ты нашел этот мяч? Было куча мусора позади здания. Пришел самолюбить, было противно, зато теперь он прыгает. И на этой ноте... А, ну что, подбить, типа? Ну не, ладно, то поймали. Хорошо, что я не успел нажать кнопочку. Я думал, ты на меня злишься. Не злюсь, но... Ну, злюсь, но мяч все равно хотел показать. Cool, right? Он классный, правда? Cool. Так, круто. Back! Теперь мне. You're terrible. Hey. Бля, Молан, пожалуйста, давай ты не будешь больше хорошо каркать. Не надо. Я люблю тебя, Клеп. Прости, что назвал тебя тупицей. Дурищей. Ты назвал меня дурищей. А, точно. Я тебя тоже люблю, малыш. Ладно, пошли что ли. Походу, нужно в музыкальной комнате. Хорошо. Бля, у меня есть надежда, ребят. Надежда Васильевна, да. Откуда это? Посмотри. Реакция. Это оттуда. Оттуда. Эй, вы двое, рады вас видеть. Нам нужно подумать об освещении музыки и какой-нибудь надписи для этой штуковины. Раз все равно помирать, то хоть повеселимся напоследок. Музыки, ты будешь слушать? Я на пианино? God, no. I want to actually attend this thing. Then how? You've never seen a record player? Come here. Are we using the banner for some kind of party theme? Not exactly. Не совсем, но хотел бы написать что-то вдохновляющее. I'd keep it short, though. There's not as much room as you think. AJ, может, у тебя есть идея? Really? Да, I have an idea. У меня идея. Это будет сюрприз. Okay. Мне нравится, попросим Тэн написать этот девиз с одной из его кистей. Look, check this out. When you turn that crank there, it plays music. Any kind you want. But how? Well, that... Pulled out the old headmaster's gramophone, so I can play some records. Можно было слушать музыку. Not much of a selection, but it should do. Just tell me what you want to listen to. Давай джаз. Wouldn't happen to have any good jazz records, would you? Хороший джаз-плотинок. Oh, yeah. Ну да, наш старый учитель по музыке любил такое. The old music teacher was a big fan. Pretty cool guy. Был крутым музыком, пока всех нас не бросил. What's jazz? А на что похож этот джаз? It'll make sense. Ты не прав, но ты поймешь. Че, блядь, не успел, ну ладно. Джаз будет, это уже хорошо, мне нравится джаз. Ну, не всегда слушаю, но иногда. Посмотри-ка задаст наш... I've been going back and forth between colors for ages. Green's calming, but purple might be nice. Let's deck this place да, out in green. Зеленого. It'll look like we're trying to summon leprechauns. Чего, блин, не успел. I'll make it happen. This place is gonna look great. Я думаю, сейчас будет то, что надо. Значит, там что надо было написано, я добавил, похуй. Ну, бля, я не успел заценить. Чё так быстро? Вот так, повезло. Всё, блядь, и пропал сразу. Кстати, Вилли попросил тебя зайти. Он вместе Марлон сказал, что приготовил сюрприз к священнику, но хотя бы сперва подать его тебе. Вот так мне постоянно, блядь, читать их, но это пиздец, блядь. Я в шоке буду так читать. Hey, Clem. Привет, Клем. Смотри, я нашел кучу книг про корабли. Здесь много потрясного про пожарные корабли, взрывы и всякое такое. Все сводится к котлу. О чем это ты? Я думал, как можно отводить этих подонков от нашей школы после того, как мы найдем, спасем всех остальных, чтобы они больше никому не навредили. Ой, блядь. I don't want to discourage you. В общем, поплывем на велосипеде наших друзей. Please, don't get us killed. Не погуби всех нас. No,
Что? Нет. В смысле? Да, ну, разобрать еще кое-что, но ты не волнуйся. Я буду считать, чтобы вы успели покинуть лодку, прежде чем она. Поверь, эта штука рванет, нам всем сразу станет легче. Ладно, все приготовились к вечеринке. Вечериночка начинается. И да, Клем, прости за тот случай, за то, что обижал ты. Я же был прав, я не должен был так себя вести. Я не собирался так злиться, знаю, он не виноват. Это очень мило, Вилли, но скажи это Тен, а не мне. О, джаз пошел, хорошо прям, о. Бля, сюда бы, знаете, что добавить? Людей в костюмчиках вот такие, да? Какое-то вино чисто, вот это, ух, все, пошло, пошло. Хорошо прям. О, труба, wow. Прям хорошо. Ну, Руби, ты так круто. Спасибо, дружище, без тебя бы не справилась. Подожди, пока не видишь все, что я запланировала. Иди, тусуйся, я скажу, когда будет пора. I guess I'll mingle. I see you two are working together. Yeah. Давид просил меня помочь ему с собой детей. Well, that's good to hear. Рад это слышать. Is it ready? Она готова? Good to go, Clem. Готова, Клем. It'll work. Она сработает. Actually, что-то я подумал, может нам ее как-нибудь назвать? Name it. Something cool. I mean, I think it deserves a name. All the best bombs have names. Yeah, we absolutely have to name it. I thought you'd make fun of me, but hell yeah, let's name this fucker. You made it, so we'll name it after you. Willie Jr. That's like my name, Alvin Jr. It is. I used to hate my name. Not anymore. Welcome to the world, WJ. Хорош, хорош. Нашла. Okay, Clementine. В общем, Клем, это наш официально психологический случай отчета о нашем поведении в Эриксоне. Okay. Хорошо. I don't get it. Well, these explain why all of us got sent to this school in the first place. And how we got stuck here for as long as we did. Как оказались здесь. Так, и в чем соль? Хорошо, что сразу мы все стали стать смертниками. Тебе стоит узнать, кто мы на самом деле. Я зачитываю отрывки из того, кем нас видели взрослые. А ты будешь угадывать, как подходит под описание. Кто подходит под описание? Давай. Но я не постараюсь считать про тех, кого ты знаешь. Начнем с этого. Несмотря на свою высокую успеваемость, пропуск постоянно использует приступ гнева, неконтролируемое желание вернословить, а также периодически вступать в стычки с членами преподавательского состава. You know what, Ruby? I bet you're reading your own file. Ты читаешь своё дело? Вау, как ты догадалась? It's the red hair. Dead giveaway. Видать, твои рыжие волосы выдали тебе твои рыжие волосы. Я только познакомился с Руби, она вся такая, вот зараза мелкая. Я извинился. Конечно, долго Руби только здесь появилась, она... Она даже гоняла за учителем под мотству с такой вилкой. Я уже справилась, дружок. Вы хотите знать, почему меня сюда отправили? Чувак, нет. Willie, I speak for all of us when I say nobody has ever wanted to know that. What does that mean? Ну уж мне говорил, ладно. Don't you dare. Чё они там, о чём говорят? Anyway, впрочем, maybe we should change up the music. Что-нибудь другое? Like all kind of different music, I think. There's a lot of. Давай кантри. Sure, we've heard enough of this. Throw some country on. Hell yeah. Hell yeah. Давай классика, так банально то.
Просто чтобы успокоиться, нужно кантри. Что-нибудь веселенькое надо нужно. Это и-ха! Remember that Justin guy? RDR? Что? RDR? Jasper, that one girl with the colored braces, and Joey, Maddie, Lamar? Aaron. Aaron. Joey, Maddie, Lamar? Aaron. She had the braces. Это у нее были брекеты. Alex? Алекс, Дью, Трей, Стефани. Стефани. Holy crap. Блин, сколько же наших погибло? 34. Блин, соболезную. Whose is it? Что это? Violet's. Violet. Should we read it? Прочитаем. Давай свою историю. Возможно, почему меня сюда отправили? Ну, раз уж ты просишь, она не очень. I was hoping you'd tell me. So, короче, я рос нереально богатой семьей. Родители давали мне все, что я хотел, свою только посмотреть. Только один раз вышел облом. Я умолял отца оплатить мне уроки пения, говорил, что хочу стать настоящим музыкантом. Он говорил только, можно быть или богатым, или счастливым. Всего и сразу быть не может. Теперь я понимаю, что это был такой дебильный отцовский урок, но как же я тогда его возненавидел. В общем, я решил преподать урок ему, решил разрушить родителям брак, чтобы они конкретно страдали. Осуждаем. В общем, я стырил данные папашиных визиток и начал покупать от его имени целый год развлекался. Мы были действительно богаты. За это все время он даже не заметил, что тратил бабки на любовницу, которую я выдумал. Зато я позаботился, чтобы о ней узнал мало. Отправил ей все чеки из отелей, из ювелирных, отовсюду. Они ругали всю ночь. Он все отрицал, она не верила. А я еще присел в уголке и старательно плакал для правдоподобности. Когда они окончательно собрались разводиться, я сказал правду. И так я и заявил, можно быть или богатым счастливым, все сразу быть не может. Знаешь, они могли бы вечно пожить в счастливом браке, но не вздумалось побыть злопамятным ублюдком. Но мне вздумалось быть, короче, да, злопамятным ублюдком. Вот что он сказал. Через неделю я был здесь. Ты явно об этом сожалеешь. Нам говорили, что мы плохие, Клем, и они не врали. Все же никто из нас не заслужил быть брошенным в этой глуши теме, кто должен был нам помочь исправиться. Прости, это должно быть, было быть весело, но я просто не умею нормально играть, как ты, Луис. Не кори себя. Ты сама сказал, что Клем нужно знать, с кем она отправляется в бой. Слушайте, у меня есть идея. Помните раньше, когда нам было страшно, Минни пела, чтобы мы не падали духом? Помню, мы еще сочиняли вместе с ней песню. Может быть, ты мог сыграть для нас? Будь Вайлет здесь, она бы спела, но... Да, там с удовольствием. Это для тебя, Минни.
Грустненько, что-то грустненько. C13F. Бля, очень грустно, ребят. Очень грустно. Тема. Ой. Я бы мог сейчас что-нибудь вкинуть такое, знаете, прикольную какую-то шутку, но... Не стоит. Атмосфера важнее, я думаю. Ну, я имею в виду не по ситуации, в шутку финт, а просто как-то перевести тему на какую-то другую лад, да, и тому подобное. На какую-то другую тему пошутить, да, как-то, может быть, развеселить, но нет. Атмосфера важнее. В данной игре, да. Блин, реально грустно что-то. Так резко все погасло почему-то, да? Блять, да ну! Чего? Флэшбэки, блять, с первого сезона, прикинь? Ебать! Да ну нахуй! Привет, кроха. Вы чё, ебанутые, блядь, разработчики? Бля, ебать, они здесь его прямо нормально исправили, да? Ну так. Чё, именно поезд? Ты сюда вообще? Не знаю. Наверное, потому что здесь всё началось. Бля, видите, как графика решает? Место, где ты научил мне стрелять, встреча, научил быть готовым ко всему. Что ждёт? Что я себе все впереди? Ты была способной ученицей. So, о чем думаешь? Я волнуюсь, Ли. От меня зависит куча народа, я не знаю, правильно ли я все делаю. О, мне это знакомо. You know, ты знаешь, что я импровизировал, да? Right? Couldn't let on, of course. You being so little. Что-то когда-то было маленькое. Я никогда не знала, ни этого не замечала. Мне казалось, ты всегда знаешь, как правильно поступить. Yeah? Ну да, мне не казалось, что в этом деле очень важно. Бля, Сели, бля, брат, тебя так не хватает. Честно, бы мне не помешало. Не знаю, что стряслось. Я нашел новую группу. Столько уже... Их уже было раньше, и все разваливаются, но это какая-то другая, она мне нравится. Я почти как дома. Это хорошо, да, но бывает уже сложно. Мы попали в беду, плохие люди захватили... Блядь! Без здоровья, спасибо. I'm not worried. Прошу прощения, ребят. Ты справишься. What? Что? Whatever trouble you in, что бы ни случилось, ты справишься, вытащи друзей из любой потеряли. Бля, брат, тебе так не хватает. Пиздец, как не хватает. Но я это чувствую. Ты умеешь. The Clementine I know is gonna fix it. I really believe that. Но я же до сих пор продерживалась, правильно? You sure did. А как же? Не всем так повезло. Never give in, Клем. Никогда не сдавайся, Клем.
Разработчики, что вы делаете, блядь? Софтер, как тебя чувствует Вайлет, знаешь, что ты вернулся ее спасти. Верни ей надежду. О, кроха, ты знаешь, что когда зреет что-то крупное у тебя всегда? Я был страшно, когда ты неслась. Я был раньше Маккарелл, но ты же справилась, да? Тогда было иначе. Тогда я была одна. Ну, чуть исправили, ладно. Чуть исправил, по-другому сделал чуть, ну ладно. Но теперь ты не одна, конечно, на этой. Это отлично. Модель чуть изменили, но в любом случае. Они сражаются вместе с тобой. И за тебя, и ради тебя. Это типа ее внутренний я, типа верхний. Возвращайся, когда вытащишь их, ладно? В целости и сохранности. Sound good? And hopefully we can talk about happier things. Lee? Lee? I miss you. Я так по тебе скучаю. I wish you were really here. Все бы дала, чтобы ты снова был рядом. I miss you too, Clementine. Я тоже скучаю, Клементина. Но штука в том, что я всегда рядом. Thank you, Lee. Спасибо, Ли. Этот разговор с тобой мне всегда становится немного легче. Я вот что хотел спросить. Как там мальчик? Он молодец, Ли. Тебе бы он понравился. Не сомневаюсь. Уже начал его стрелять? На то. I guess the world got pretty hard. Да, он стал жестче с тех пор, как я его покинул. Неудивительно, что и дети в нем теперь жесткие. Ты оказался на моем месте. Как думаешь, справишься? Всегда сложно. Представляешь, как тебе приходится. Я же молодчина, Ли. Я его научил быть сильным, храбрым, самостоятельным. Ты бы мог мной гордиться. Слышишь еще больше, чем сейчас? Блядь. Вау. Ого, тоже такая взрослая. Такая взрослая. Мне кажется, говорил, что регулярно стричься. Ты даже не представляешь, как сейчас сложно найти сложницу. Мне пора, Клементина. Но нет своим друзьям. Прощай, Ли. Бля, ну вот это прям пизда, ребят. Клим, wake up. Клим, проснись, нам пора. Спасибо, Ли. Спасибо, разработчики, за это. Спасибо, реально. Этих моментов не хватало в двух сезонах. Тут они добавили. Ну, там был свой прикол, конечно. Там были другие персонажи возвращались нам, но в любом случае. Третий сезон вообще был про, ну, других персонажей. Тоже круто. Тоже круто. Обманываться надо только тем, кто будет просачиваться через них. Я должен... Он здесь. Hello. Guys, this is James. Это Джеймс. He's my friend. Он мой друг. He's, как круто. How do you
Когда будет такую школу? О, я... Клементайн? Can I try it on? That's not a good idea. Come on, please. Willie, quiet. Тише, тебя кто не услышит. Loud is bad. Шуметь это плохо. Да я не шумлю. Sorry. Извините. I'll be quiet. Я помолчу. Oh, and... Ой, прости, что я пытался тебя представлять. Маска у тебя как настоящая. Your mask looks so real. Functional and fashionable. Модно и эффективно. Дай себе две. Funny. Смешно. Клементина, можно тебе немного поговорить глаз на глаз? Good idea. Хорошая идея. Hold tight. Hey, Ten, come here, buddy. I gotta tell you something. The walkers, they'll be here in a little while. Они скоро будут здесь. Они пойдут через зараз, следите с ними. Они будут к воде, нашим лодке. Там проберемся на борт, спасем друзей. Твои друзья, они другие, открытые, понимающие, как ты. Обычно я произвожу другое первое впечатление. Извини, я, наверное, не бреднюсь. It's just being welcomed. It's strange. You know, they could be your friends too. Друзьями. I know you didn't want to come into school before. Я знаю, что раньше ты не хотел приходить в школу, но после встречи с ними я слишком долго жил без людей. Но предложение интересно, мне надо подумать. Хотел тебе кое-что показать. Что же? Это Чарли. My boyfriend, Charlie. We joined the Whisperers together. Boyfriend? But it changed him. Это изменило его. Безвозвратно. Мы оба изменились. In a way that couldn't be undone. It changed both of us. What do you mean? The Whisperers. Шепчущиеся были мне семьей с раннего детства. За это время я видел много смертей, страданий. В конце концов, я стал причиной. Прошу прощения, ребят. Считалось, что слабость отравляет. И я в это верил всей душой. Дошел до того, что до другого парня посочувствовал врагу перед атакой. Бля, осуждаю. I didn't talk to him. Didn't consider who he was, what he felt. Honestly, I don't even remember his name. What's your point, James? О чем ты, Джеймс? After he died, I kept hearing his words in my head. Those people are like us, just on a different path. I stopped killing after that. После этого я перестал убивать. Я изменился. От большинства остальных нет. Когда я честно сказал, что кого-то убил, я вспомнил себя. Он сказал, что это было плохо, но, по-моему, он просто повторяет то, что ему сказали. Вот так от меня жизнь была вовремя, и тебе при этом что-то ломается. Чарли, после этого что-то сломалось. Я просто боюсь, что если же еще кого-нибудь убьет, наверное, это уже не будет. He won't be the same boy he was. Он уже не будет прежним. I've seen it happen too many times. Слишком часто я такой видел. Никогда мы же не стали убийцей. Я не хочу, чтобы он менялся. Не так. Надеюсь, обещал, ты сдержишь. Блять, малой, ты под контролем. И не дай бог ты накаркал про финал, бля. Не надо. Они рядом, скоро их будет сажать, чтобы закрыть нас. Не надо, дядя, не надо. Придумал сквозь стая до лодки. Но дальше я пойду, откуда вы сами по себе. Откуда вы сами по себе. Thank you. Спасибо. Take care of AJ. Позаботься об AJ. Okay, he's ready to Он go. Готов. The walkers are getting close. Ходячие приближаются. Руби, you're in charge of the horses. Руби, лошади на себе. Вилли, Тен, на вас припасы. Да, я займусь бомбой. Заждаем, блин, заждаем. Найдите котел, там внизу будет дверца, за которой зол, а чё? Не успел, блядь, опять. Да, бля! Увидимся на той стороне.
I'll cut it open. Louis told me Louis about me. Про Мини. That Sophie died. Умерла, and Мини перенеслась к ним. Just. Если видишь ее, скажи ей, скажи, что я ее прощаю. Tell her I forgive her. Please. Пожалуйста, я бы сам сказал, но лишь бы она. I just want her to be okay. Она меня не послушает там, ни за что. Ты даже не попробуешь? Я бы сделал это для тебя. Тен. Это мне снится. Это мне не снится. Да, это не сон. От нас зависит жизнь людей. От меня зависит. Ты на меня рассчитываешь? Вдруг с тобой что-нибудь случится, Клем? Что если я не смогу? Я бы не попросил тебя пойти со мной, если бы в тебя не верила. В самом деле, Луис, я серьезно. Так что верь мне, пока не поверишь себе, ладно? Ладно. Хотя я не верю, что все настолько просто. Ладно, я попробую. Но что, если нас тоже поймают? Для этого ведь нужно лишь раз обнажать. А я налажаю постоянно. Ладно, Луис, хватит. Соберись. Дай мне пощечину. А то у меня что-то заклинило. Луис, все okay. будет хорошо. It's ready. Готово. Мы же не будем делать то, о чем я думаю. Мы о чем ты думаешь? Не об этом случайно? Боже мой, мы... Это поможет нам смешаться с ходячими. Вот. Кажется, готов. Нет, не готов. Держи. Знаешь, кровь ходячих потом фиг отстираешь. Себя новую одежду. Новая одежка. Одежка. Пойдем. Пойдем. Прям сейчас, в этом эпизоде, блядь. Ну, вот с Голчем. Отлично, следите за мной. Поехали. Ходячие! Угу. Держись позади ходячих. Используй их как щиты. Блять, а куда нужно было? Не туда, что ли? Да, ну ладно, значит не туда. Stay behind the walkers. Use them as shields. Поехали.
Угу. Я успею. Блять, ну а что мне делать? Надо еще быстрее, что ли? Давай попробуем, ладно. Так. Stay behind the walkers. Use them as shields. Поехали. Успею! А как здесь успеть, блядь? Stay behind the walkers. Use them as shields. А как? Они типа сзади, что ли? Надо прям сзади них идти. Ну их маловато, нет, блядь? Stay behind the walkers. Use them as shields. Ну так же было, короче, понятно. Удивительно, что он творится. Давай, Уилли. Отлично, вот он наш шанс. Выходите на открытое место. Опасно, ты заплатил его краю. Кишки смываются. Сюда. Кого, блядь? Чего? Да ну, чего, блядь? Он еще под водой ходит еще? Не под водой еще ходит? Отъебись там нахуй! А, извини, но идешь ты нахуй, блядь. Ты как? I'm fine. Жить буду. Stay close. Stay hidden. Я последнего места, ладно. Перебегать, короче, прожектор нужно, короче, понял. Избегать, нужно перебегать через крутим-крутим. Поэтому избегайте прожектора, окей? You okay? I'm fine.
stay close. Stay hidden. Так, шончик, шончик. Давай, скорее. Ready, AJ? Готов, AJ? Walkers incoming. Ходячие близко. Блядь. Иди там нахуй! А шо ты в пизду, блядь? На, ебать. Очень-очень напряжно, очень напряжно, ребят. We're getting close. Может быть, мы котел, бомбу потом вызвали друзей. Мне сказал, что рядом 8, но в том же мы столько не видели. Берегите Ханьку, не шмите, хорошо? Отлично, я разведу, что впереди, там сигнал к нам, можно будет идти. В бойлер. Нам вот сюда. Hey, who's there? Кто там? Looks like it. That's where we need to plant the bomb. There's too much stuff in the way. Maybe there's another way in. Поехали. Просто глушили, ребята, что? Что первого, что второго. Make your dad proud, Willie Jr. We all love and support you. Мы все любим и поддержим тебя. Once they start up this boat, как, когда они разобьют котел, у них будет совсем немного времени до взрыва. Сколько? Не знаю точно, час, полчаса. Минимум нам лучше поспешить. Погнали. Мы
Нерва, фокус. Нерва, соберись. У меня есть брат, маленький, или шрам. Он ведь не там? Нет, мы обсуждали же это. Дом теперь в Дельте. Твоя семья там. Да, мэм. Не знаю, для меня нам туда не пробраться. Убирайтесь отсюда. Только вместе со своими. И богу, если из-за вас Тен угодил в это. Скажите, скажите только, что он в порядке. Он просто сказал, что прощает тебя. Я помогу вам всех вывести, потом берите Тен и сваливайте. Отведите его в безопасное место. Тен, нужно торопиться. О, ну пока такой экшончик, да, есть, наверное. Нет, экшончик. Господи, это... Да, в порядке, мы в норме. Иди сначала к Вайлет, пусть узнает, что ты здесь. Помните меня, отопру двери. Ты мало, Дорин скоро вернется. Луис, дай мне руку. Луис, поможешь? Sure. Да, конечно. Вайлет. 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 Кого черта, Минни? Тут в камеру жила. Ну, я так и знал. Я так и знал. Я прям перед тем, как она заходить начала, я прям так и знал. Ви? Случилось, ты в порядке? Скажи что-нибудь. Мы должны забрать тебя домой. Я искала тебя. Когда меня схватили, я видел, ты дала им забрать меня. Предлагаешься забыть только потому, что ты пришла домой? Прости, Вайлет, это была ошибка. Если бы я могла все исправить. Ну, конечно. Что с тобой, Ви? Пошли, нам нужно выбраться отсюда к черту. Нет, Клем, с меня хватит. Все это лютая хрень. Здесь у меня хотя бы есть Мини. Типа, ты предательница? Не говори так, буду знаешь ее. Она пыталась бежать вместе с Софи. Они сказали, что если я буду сражаться, то они убьют Мини или кого-то из вас. Из-за тебя мы только и делаем, что теряем боль и погибаем. Если ты облажаешься, я тебя остановлю. Нельзя сдаваться. Если не заберут нас в свою общину, то мы все погибнем. Так что ты просто хочешь ускорить процесс? Делай, что хочешь, но меня в это не втягивай. Спаситесь. Вайлет, come on. Вайлет, ну же. Fuck off. Туали. Ну, конечно, она поняла. Злая и обиделась, окей. Нет, так нет. Так долго мы тут не задержимся. Клем. Клем, ты в порядке? I'm fine. Где Джей? Over here. Сюда. Thank God. Слава богу. Is Vi all right? С Ви все в порядке? She's saying she won't help us. Сказала, что не будет нам помогать. Какого хрена? Ты серьезно? Но мы пока не уходим, так что у нас еще есть время, наверное. I guess. You doing okay in there, AJ? Yeah, I'm all right. Все нормально.
Все думаю, как выбраться. Yeah, me too. The doors don't look very well made. Не шибко прочно. Может, we can work with. И как-нибудь того. Луис, are you all right? Луис, ты в порядке? Me? Yeah, I'm fine. Just trying to figure out the best way to survive an explosion. I might be able to chip away at this if I had a tool. Or... Вот только чем? Damn it! They must have taken away my knife. Нож что у меня забрали? AJ. AJ. Do you still have your knife? Тебя? Yeah, they didn't find it. Only the big one. Good. Но... I need you to slide it over to me. Ну шо ты, ёпта, хватит нахуй. В общем, видимо, осталось чуть-чуть, ребят. Я думаю, продолжать или нет серию. Давайте сделаем так. Давайте мы с вами на этом закончим. Вот, и... Серия так длинно просто получилась. И прям делать её на полтора часа я тоже не очень хочу. Спасибо за просмотр, такая серия была. Очень интересно, очень интересное, особенно с флешбэками. Кто понял, тот понял. Ссылка в описании находится. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.